все мои знакомые спрашивают, как тебе здесь? А я отвечаю, здесь прекрасно. Здесь очень прекрасные воспитатели, преподаватели, все. То ли это прачка, то ли это волонтер. Тебе подходят, что нужно, спрашивают. Заблудишься? Порой пытаюсь, поскольку я здесь первый раз, значит, я еще не знаю хорошо здание, поэтому иногда любой спрашивает, кто тебя видит, или к любому обратись. Там на проходной ли стоит, проходит ли кто-то из преподавателей, смотрит, что мечешься, что, куда надо, сразу подскажут все. Питание слишком обильно, на мой вкус очень разнообразно. Пока у меня кроме этого слов восхищения нет. Я впервые в жизни здесь прокатилась на велосипеде тандем, меня катали. Я сама кручу педали, восхищение. Вообще я здесь от всего в восторге. Кроме слов восхищения и великой благодарности, ничего нет.